Песни – душа народа, его мудрость и история. Это лирическое настроение, навеяно картинами небывалой красоты. В этом году в Майрамадаге развернулось празднование 5-го юбилейного фестиваля осетинской песни. Героическая тема звучит в произведениях, раскрывается в танцах и в музыке. Мы долго готовились, волновались. Мы исполняли произведение Булата Газданова «Фантазия» «Шати Бати». Нам очень близка эта тема, героическая тема. Ансамбль у нас небольшой, но мы стараемся участвовать в разных конкурсах. Самый юный участник торжества – 6-летний Батрас. Его зажигательный танец покорил всех присутствующих. Более 30 коллективов, в числе которых хоровые, танцевальные, вокальные, инструментальные, приехали в Майрамадаг со всех районов республики, чтобы показать свое мастерство и стать частью большого праздника. Это объединяет людей, сплачивает их. И я уверен, что вот наличие вот таких мероприятий позволит нам дружно отдыхать, а потом решать какие-то экономические проблемы и развиваться, и закладывать такое успешное будущее нашей республики. Для этого коллектива из Моздока выступление на юбилейном фестивале стало творческим дебютом. Однако казаки Терека уже планируют приехать и в следующем году. Мы приехали из города Моздока, государственный ансамбль «Казаки Терека», Министерство культуры Республики Северная Осетия Алания. Спели мы две песни «Горянка» и «Думалась-подумала». На следующий год мы планируем выучить песню на осетинском языке и привезти ее сюда, на этот фестиваль. На красиво оформленной поляне в этот же день проходила выставка-продажа книг и национальных сувениров. Совсем неподалеку можно было попробовать любимые блюда осетинской кухни. На свежем воздухе все особенно вкусно. Залина Губурова, Альбина Тимирова, Борис Сопоев, Осетия ТВ.